Всем привет! Сделаем такой эксперимент. Если колесо невозможно сбортировать с помощью воздуха, давайте посмотрим, или возможно сбортировать колесо с помощью газа и бензина. Чтобы такого не случилось, надо бензина лить совсем чуть-чуть, а газа примерно впускать 1-2 секунды, не больше. И надо быть очень внимательным и осторожным, чтобы пальцы не прижало. Чтобы в колесе вакуум не создавался, надо перед этим выкручивать золотник. Всем спасибо за внимание, всем добра, пока-пока.